Сапраўднае лето знову вернется на Могилёвщину на гэтым тыдні. У Аблгидромете кажуць, надвор'е у ближайшие дни у основном будет вызначаться в областью повышенного атмосферного тиску. Так, первая декада жнивня завершится без опадков. Прогнозуется воблачное с прояснениями надворья, у ночи и раницы туман. Ветер паўднёва-ўсходний 4-9 метров за секунду. Температура поветра у ночи плюс 10, плюс 12 градусов, у день 24-26 градусов тепла. Так само и у четверг сонечно и без опадков. У день будет еще теплее. Слупок термометра покажет плюс 24, плюс 29 градусов. А наприкінці працовного тижня станет по-саправдному спякотно. Однако местами на территорию в области прогнозуется приход у гэтай дни короткочасовых опадков. Магчыма навальницы. У ночи чекается до плюс 20, а вось у день будет нават до плюс 32 градусов.